придумала уникальную авторскую методику, благодаря которой любой человек, который не умеет рисовать, но имеет большое к этому желание, за год со мной сможет стать профессиональным художником. Первые полгода мы будем заниматься тем, что мы будем овладевать базой, необходимой для того, чтобы у вас в руках было ремесло, вы имели необходимые знания. Вторые полгода мы будем заниматься тем, что мы будем вытягивать из вас ваши уникальные возможности и именно ваш творческий потенциал. Через год я вам обещаю, что вы станете профессиональным художником и сможете воплотить все свои творческие мечты. Как художник становится художником? Когда мы смотрим на мир и на предметы поверхностно, мы видим реальный, прекрасный наш мир. Когда мы начинаем изучать предметы более внимательно, мы овладеваем искусством гротеска, начинаем создавать образы, которые превращают наше искусство в абстрактный сюрреалистический сон. Это можно назвать волшебным объективом, ну или я так вижу.